Молодая девушка сама побывала в детском доме, теперь учится в училище, живет с отцом, который лишен родительских прав. И эту же ошибку она может повторить. Своего 8-месячного ребенка она оставила с бабушкой с распиской, что не может его содержать. Почему не навещала ребенка в течение месяца? Нет, я навещала бы. Сейчас ребенок в медучреждении. Чтобы его забрать, нужно создать условия для жизни. Инспекторы пришли убедиться, есть ли таковые. Квартира с первого взгляда говорит об обратном. Если условия изменятся, если мама не будет употреблять спиртные напитки, то есть если будут достаточно оснований, то ребенка отдадут. В противном случае ребенок может быть отобран, и мама лишена родительских прав. Уйдите, я сказал! Я сказал, уйдите! Мать троих детей с 2008 года на учете отдела по делам несовершеннолетних. Было совершенно кушать нечего, хотя она уже не пила. Когда я пришла и увидела, что вот ребенок маленький, трехлетний, кушает куриную лапку, это все, что было из еды, это, конечно, было ужасно. Когда первый раз телевидение было, знаете, я сначала как-то в шоке была, а в этот раз я вообще еще напугалась. Теперь можно сказать, что дела в семье наладились. Только когда родился третий ребенок, мать вернулась к нормальному образу жизни и решила собрать всех детей. Забрала из реабилитационного центра старшего сына, хотела и среднюю дочь, которую сама отдала в Большеберезняковский детдом. А опеку взяли над ней. Вот. Она сейчас в Москве живет. Да, конечно, я сейчас об этом все. Вот то, что ушло прошлое, конечно, я жалею вот. Милиционеры отмечают, что наметилась положительная динамика, но контроль с их стороны будет продолжаться. Иван Фиско, Максим Киякин, Вести, Мордовия.